ребята, это случилось. Та-дам! Не знаете, что это? Это Хаги-Ваги и Кисси-Мисси. Да, сейчас очень популярная игра Poppy Playtime, так что, я это заказала на Вальберис. И мне еще Блавлю в подарок дали. Так что, вау! Давайте откроем же их. Сейчас я открою и вернусь к вам. Короче, я открыл, и мне тут сразу Блавлю выпал. Давайте достанем такие... игрушки! Так, это лишнее. Вот такие меховые игрушки. Хаги-ваги. Да они уже большие, да они у меня в кадр даже не помещаются. А ты уже поставил лайк на это видео? Если да, то пожалуй. Если нет, все еще нет, то, поставь. Это же совсем не сложно, а мне будет очень приятно. Так, а почему у Кисси-Мисси бантик? Он же у Хаги-Ваги должен быть. А, вспомнил. Так, давайте откроем Блавлю и посмотрим, какой нам Блавлю выпадет. Здесь у нас нарисован Блюк, Леон, Спайк. Так. Я как-то вас собирала уже такую коллекцию Блавлю. У меня есть на канале видео. Смотрите. Так вот. Там я рассказала, что вот такие штучки. Сейчас я открою и вернусь к вам. Короче, я открыл, а там кто-то фиолетовый. Неужели это Блюк? Да ну нет. Да ну ладно. Это Блюк. Это 100% на Блюк. Да ладно! Не может быть. Ребята, это... Это самый редкий Блавлю. Офигеть. Ребята, я вот просто сейчас сижу и думаю, это настоящий Блавлю. Так, ладно, я это положу в сторонку. Тут, ой, это даже тут магнитики небольшие есть. Кстати, можно завести диалог. Привет, я Хаги-Ваги. Кисси-Мисси. Вставай, Кисси-Мисси, давай и убивать людей. Нет, я посплю лучше. Ой, ладно. Диалог не получился. Так, ладно. Да. А может, танец? Давайте. Так, все, нет. Приостановим танец. У меня возлетаются там. А может, рэп? Прикольно. Я Кисси-Мисси, я монстра убиваю. Я Хаги-Ваги, я людей убиваю. Так, перестаньте. Ну а на этом видео заканчивается. Не забудьте ставить лайки, подписываться, жать колокольчики, чики и писать комментарии, если у вас Хаги-Ваги. Ну всем пока-пока. Хаги-Ваги, ты что там спишь? Твой нормальный Хаги-Ваги? Мне кажется, не очень.